Европейский центр по вопросам меньшинств организовал при участии службы омбудсмена Грузии семинар. Проект работает первый год, но его участники уже успели побывать в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Кишиневе и Камрате. И вот теперь специалисты центра и их коллеги приехали в Тирасполь, чтобы выяснить, есть ли у нас подобные проблемы и как мы их решаем. Для нас это такой взаимовыгодный обмен. Мы привозим лекторов, которые рассказывают достаточно интересные вещи. Лекторы приезжают из разных стран, от Канады до Грузии. И, в свою очередь, мы собираем те мнения, которые высказывают люди. 25-летний опыт Приднестровья, в котором все это время мирно сосуществуют народы, различающиеся друг от друга и культурой, и обычаями, доказывает, что это вполне осуществимо. И, как говорят приднестровские участники семинара, мы готовы делиться этим опытом. И учебная, и внеучебная воспитательная работа построена на изучение и сохранение детьми культурных национальных традиций, независимо от того, к какой, собственно, этнической группе принадлежит ребенок, поскольку симбиоз культур, который представлен в Приднестровье, это лучшее тому доказательство и лучший, наверное, гарант мира на этой земле. Я думаю, что в рамках работы данного круглого стола мы готовы преподнести урок всему цивилизованному человечеству, как можно хорошо, по-доброму жить разным народом в маленькой стране. В ближайшее время участники проекта отправятся в Беларусь и другие страны СНГ. Вся информация, которая будет накоплена по результатам работы проекта, будет изложена на сайте центра, чтобы любой желающий мог с ней ознакомиться. Николай Стоянов, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.